Мы с вами разобрались, как можно определять дружественные классы, дружественные функции и дружественные методы. Дружественные функции и дружественные методы – это довольно локальные вещи, они позволяют нарушать модификаторы доступа только внутри тела этой функции или метода. В принципе, их использование, с одной стороны, нежелательно, потому что вы нарушаете инкапсуляцию, с другой стороны, это достаточно локальное нарушение, и в принципе с ним можно жить. Я хочу мотивировать, почему дружественные классы – это довольно плохо. Давайте охарактеризуем то отношение дружбы, которое задается ключевым словом friend на классах. Его можно охарактеризовать следующими утверждениями. Первое утверждение – это то, что отношение дружбы несимметрично. Это значит, что если А является другом Б, то из этого не следует, что Б является другом А. Почти как в реальной жизни. Второе отношение тоже соответствует реальной жизни. Если А друг Б, а Б в свою очередь друг С, то отсюда не следует, опять же, да, не следует, что А является другом С. Нельзя так переносить это отношение по цепочке. Надо понимать еще, что отношения дружбы и отношения наследования – это разные и независимые вещи. То есть отношение наследования не задает отношение дружбы. Если два класса находятся в отношении родства, это не значит, что они дружат. Потому что те классы, которые находятся в отношении родства, они могут в соответствующем направлении, класс производный может обращаться к protected членам базового класса. Но он не может обращаться к приватным членам. А вот друг может. То есть можно сказать, что отношение дружбы, оно сильнее, чем отношение родства. Таким образом, получается, что класс, там, отец от класса сына может что-то скрывать, у него есть приватные данные, а вот от друзей он скрывать ничего не может. Надо понимать также, да, что, как я сказал, что отношение наследования, оно перпендикулярно отношению дружбы. То есть там, друг моего сына мне не друг, друг моего отца мне не друг, ну и так далее. То есть можно все такие возможные комбинации сказать. Надо понимать, что ни одно отношение не влияет на другое. Но при этом отношение дружбы, оно сильнее. Значит, чем отношение сильнее, тем оно хуже с точки зрения инкапсуляции. Потому что мы позволяем одному классу получить полный контроль над данными другого класса. Таким образом, эти два класса получаются довольно сильно связаны, и это нарушает инкапсуляцию, нарушает дизайн, позволяет писать код, который потом сложно модифицировать. То есть, модифицируя один класс, вам придется модифицировать другой класс. Этого не произойдет, если эти два класса будут общаться только через некоторый публичный интерфейс. А так получается, что один класс затачивается под конкретную реализацию другого класса. Поэтому вывод отсюда такой, что ключевого слова friend в принципе стоит избегать, так как он нарушает инкапсуляцию, но особенно это касается дружественных классов. То есть если вдруг вам потребовалось в одном классе обратиться к приватным полям другого класса, ну тогда локализуйте эту часть, выделите метод, выделите, может быть, внешнюю функцию, которая позволит это сделать, и тогда сделайте ее дружественной. Но делать один класс дружественным другому следует только при очень вязких на то причинах.